Проезжаем 55 километров по Арзамасской трассе и оказываемся в царстве воды и зелени. Кстати, Арзамасская трасса считается самой малозагруженной, поэтому даже в выходной день мы добрались с ветерком. Поселок стоит на высоком берегу Семи озер, поэтому получил такое звучное название. Но приехали мы сюда не просто полюбоваться видами, а поговорить с Марией Чепановой. Ее семья недавно приобрела коттедж с подведенными коммуникациями и сейчас активно занимается внутренней отделкой. Когда мы приехали, мы увидели это живописное место и сразу же влюбились. Мы сразу поймали себя на мысли вместе с супругом, что мы хотим здесь тоже иметь свой дом. И наша мечта сбылась. Утро просыпаешься, сразу выходишь на балкон, и настроение просто становится замечательным. Панорамы открываются действительно потрясающие. Из окон собственного дома можно увидеть не только озера, леса и поля, но даже краснокнижных птиц. На противоположном берегу гнездятся серые цапли. На озерах расположен рыболовный клуб, где жители и гости поселка могут половить рыбу, летом осетра, карпа или белого амура, а зимой форель или щуку. Коттеджный поселок состоит всего из 73 домовладений. Многие из них уже куплены и застроены. Коммуникации подведены и работают исправно. В домах есть газ, вода, электричество и даже высокоскоростной оптоволоконный интернет. Спокойствие жителей бережет круглосуточная охрана. Управляющая компания очень заботливо относится к комфорту жителей. Работает летнее кафе, есть детская площадка, прогулочная зона с панорамным видом на каскад озер. До конца года будет проведено обустройство волейбольной площадки и поле для мини-футбола. А уже этой весной был заложен еще один сад с яблонями и грушами. Здесь действительно природа. Вот если вы это цените, если вы хотите оторваться от бешеного ритма города и отключиться, это вот райское место. Мне все здесь нравится. И рекомендую всем от чистого сердца, милости просим, хороших людей к нам. Потому что здесь прям приживаются хорошие, позитивные, положительные люди. Земельные участки и готовые дома в коттеджном поселке Семь озер. Звоните 424-1080, сайт семьозер.ком.